Ну, хватит уже в конце концов мыть кисти с помощью силиконовой штуковины из Fix Price. Кстати, о Fix Price. Во многих городах России не работает бонусная система скидок в этом бренде, к сожалению. И очень хотелось бы понять вообще, что происходит. То есть возьмите, вот у меня получилось так, возьмите кисти, у меня получилось так, возьмите, купите там карту тоже, да, за 50 рублей, и будет вам счастье. Что нам не договаривают работники Fix Price, я выяснила, потому что я же головастик по жизни. Я ходила по интернету, нашла видео взрослой такой, да, достаточно девушки, и в ее видео как бы вскользь прозвучала информация о том, что карты Fix Price, а именно вот эти вот зеленые карты, которые якобы, если вы там набираете на 2 или 3 тысячи, вы становитесь автоматически участником розыгрыша, и именно поэтому вам эти карты везде предлагают. Ну хорошо, допустим, рекламный ход. Достаточно неплохой рекламный ход, и пусть якобы вот это вот ваш пропуск «Счастливое завтра», пусть он якобы существует, а вдруг там повезет, да, тем более если там ремонт и какие-то нужны, не знаю, там приспособления, приборы, там, включая молотки, пистолеты клеевые и прочее, то, что необходимо. Я не понимаю вообще, о каком счастье идет речь, потому что дело в том, что в нашем городе уже по 53 было еще в январе. Ну, еще такой небольшой пробег по новиночкам. Обратите внимание, вот жидкость для снятия лака. Ласка 5 за 50 рублей. Необходимо, почему бы не взять? Почему бы не взять какие-то бьюти-штучки? Не проблема, все хорошо, согласна. Но я узнала о том, что вот эти карты, они являются скидочными вообще-то. То есть эта девушка также пользовалась этой картой, и просто она случайно была в гостях там в соседнем городе где-то недалеко, и тоже сходила в Fix Price, чтобы сделать обзор, чтобы сравнить, что продается у них и что продается в соседнем городе. Ну, глядишь, как бы побольше будет зрителей. И у нее на карте, у нее на кассе спрашивают: а у вас карта есть? Она говорит: есть. Она говорит: так давайте, как бы, ну, мы сейчас скидочку проведем, там, карта, по сути, накопительная. И я бы, может быть, даже просто сделала бы пост о том, что эти карты являются накопительными, и с вас не имеют права сосчитывать 100-500 рублей, а должны, как бы, там, копиться какие-то бонусы, которые будут там периодически там обнулять, вернее, не обнулять, ну, как бы делать вашу покупку дешевле. Сейчас наверняка эта цифра больше. Потом, когда я там увидела очки за 70 с чем-то, там 70 или 70 с чем-то, я вообще как бы не удивилась. Именно поэтому в Фиксе начали расти цены по всей стране. Именно поэтому у нас в январе уже были они по 53. То есть Ангарск вообще рулит перед всей Россией по дороговизне. Потому что тенденция идет к удорожанию. В Ангарске гораздо дешевле уже можно купить, например, в Абсолюте Cash & Carry, в супермаркете Горизонт, который у нас здесь открылся. Там очень прикольная пластмасса, она дешевле, чем в Fix Price. И летом я ездила в магазин Регион 38, где все по 38, и набрала там много красивого и полезного, и интересного. У нас что, зарплаты, как в Москве? Алло, гараж, ку-ку. Совесть поимейте, если это карты, которые, по сути, являются скидочными, там, накопительными, я вообще не разбираюсь. Но факт тот, что человек, который также пользовался ей, как, может быть, она там что-то выиграет в лотерее, да, что способствует, типа, я бы там, глядишь, 500 рублей потратила, а вам лотерея говорит, потратьте там 2-3 штучки, тогда вы выиграете набор для бадминтона на лето. Если нужно, я оставлю ссылочку где-то примерно вот тут. И, в общем, как бы мне лично Фикс уже не нужен.
Ну и вроде там миллионы какие-то там выигрывают якобы, но никто никогда не видел этих людей, никто никогда не видел эти машины, да, хотя по идее уже там, не знаю, весь интернет должен гудеть, показывать, рассказывать и тыкать в них пальцем. Вот, собственно. То есть если у вас есть карта, которая не является картой, которая вообще обеспечивает вам скидку, да, какую-то там, либо там копятся какие-то бонусы, и у вас там что-то дешевле получается. Нафиг с пляжа такая карта. Так вышло, я не знаю, почему так вышло, но так вышло. One, two, three, four. You tap your feet, you're on the city beat. You're really looking slick, I think your shoes are sick.